Здравствуйте! Сегодня будем готовить салат из капусты. Для начала замаринуем лук. Я его мелко нарезаю и заливаю уксусом. Хочу вам рассказать предысторию этого салата. В студенчестве, когда я жила в общежитии, мы с подружками готовили ужин по очереди. И одна девочка, она готовила часто салат из капусты, который получался у нее просто очень-очень вкусным. Я ничего вкуснее не ела. И когда я готовила салат из капусты, у меня никогда так не получалось. И я попросила ее научить меня делать такой же салат. И когда она меня начала учить, я поняла секрет этого салата. У нее были настолько сильные руки, что когда она мяла капусту, капуста сразу становилась такой мягкой и очень-очень сочной. И я, так как у меня руки слабее, как бы я ни старалась, у меня никогда так не получалось, и салат получался просто невкусным. И вот спустя годы я смотрела одну китайскую передачу. И там все рецепты были, все они в ступках делают, и овощи в ступках, и специи в ступках, и тесто даже в ступках делают, и так далее. И меня осенило. И я решила помять капусту вот таким образом, как бы в ступке. И, о чудо, у меня получился точно такой салат, как мы ели в студенчестве. Это очень-очень вкусный и сочный салат. Я всем рекомендую попробовать его так приготовить. Значит, капусту смешиваем с морковкой и хорошо переминаем. Или руками, или в ступке, как я делаю. Теперь солим его, немножко сахара. Добавляем лук. И заправляем растительным маслом. Вот салат готов. Приятного аппетита!